Его выпуск освоен многими известными производителями железа. Акселератор 3DFX позволяет сглаживать текстуры и более точно строить объемные изображения. Такие чипы выпускаются в двух вариантах – Voodoo Graphics и Voodoo Rush. Технология Voodoo Graphics представлена в виде дополнительной платы с чипом 3DFX. Она вставляется в любой свободный PCI-слот компьютера в качестве надстройки к обычной видеокарте. Voodoo Rush представляет собой привычную видеокарту с интегрированным в нее чипом 3DFX. Несколько слов предупреждения. Во-первых, этот чип оказался не столь популярен, как Voodoo Graphics, и по этой причине вот такие универсальные адаптеры, они не имеют столь широкой поддержки среди производителей игр. Во-вторых, у него есть некоторые ограничения по совместимости, и поэтому с ним могут быть просто проблемы чисто эксплуатационного характера, например, при инициализации драйверов. Стандарт 3DFX, как, впрочем, и все компьютерные технологии, непрерывно развивается. Разработчики пытаются создать видеокарту, которая бы соответствовала всем запросам пользователей и не имела конфликтов с операционными системами, прикладными программами и играми. Кое-что в этом направлении уже сделано. Появился перспективный стандарт для работы с графикой — DirectX, который вовсю используют производители железа.